Шестой пленум Совета Федерации профсоюзов Беларуси, мероприятие, в рамках которого в очередной раз прозвучали наиболее актуальные вопросы, касающиеся работы объединений по защите прав трудящихся. Его решения затрагивали основные аспекты деятельности профсоюзов, а именно защиту личности и интересов человека. В рамках решений шестого пленума Совета Федерации профсоюзов Беларуси были достигнуты существенные результаты, о которых есть что сказать. Заключено соглашение между Федерацией профсоюзов и Генеральной прокуратурой Республики Беларусь. То же самое в рамках защиты интересов, правовые приемы, профсоюзов совместно с прокуратурой. Мы будем говорить об этом, мы будем нацеливать наши профсоюзные областные комитеты, районы, городские объединения на то, чтобы больше внимания уделить этим вопросам, чтобы ни один проблемный вопрос, ни одна забота человека труда не осталась без внимания. Конечно же, одним из приоритетных аспектов деятельности по-прежнему остается работа по созданию новых первичных организаций, особенно на частных предприятиях. Как показывает практика, не все руководители стремятся поддерживать такого рода инициативы, хотя это отличный стимул для совершенствования работы в трудовых коллективах. Всегда можно договориться, всегда можно найти компромиссы, всегда можно сделать шаги навстречу друг другу для того, чтобы и сохранить коллективы, и для того, чтобы выйти из каких-то проблемных кризисных вопросов. Ведем дальше конструктивные разговоры с нанимателями, с руководителями частных структур. Я думаю, что в следующем году эта работа будет продолжена с такими же темпами. Я в этом уверен просто. По итогам областного совещания были вынесены конкретные рекомендации и предложения. Работа по совершенствованию комплекса социальных услуг, созданию первичных организаций на местах будет продолжена.